На фоне эскалации отношений между Москвой и Киевом президент Украины Петр Порошенко в четверг поручил укрепить оборону страны. Заявление российской стороны о проникновении на полуостров Крым украинских диверсионных групп Порошенко назвал фантазиями. По итогам совещания с руководителями силовых ведомств и Министерства иностранных дел он заявил: «Я даю поручение привести подразделения вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, сил безопасности Украины в состояние наивысшей боевой готовности. Сбройных сил Украины. Здесь прошу пограничников обратить особое внимание на территории административной границы с Крымом и в районе линии конфронтации в Донбассе». В районах. Между тем, украинская полиция открыла уголовное дело о похищении гражданина Украины Евгения Панова, которого российские спецслужбы подозревают в подготовке терактов на территории Крыма. Россия объявила, что на полуострове задержаны группы украинских диверсантов и предотвращены теракты, которые готовились управлением разведки Минобороны Украины. В заявлении МИД России говорится, что в ходе задержания во время перестрелки погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны. В четверг президент России Владимир Путин обсудил дополнительные меры безопасности в Крыму, а Совбез ООН по запросу Киева провел закрытое совещание.